Пиво возвращается в меню летних кафе. Сегодня депутаты Госсовета Республики приняли поправки в закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Татарстана. Уже с 1 мая и по 1 октября в летних кафе могут вновь появиться пиво и пивные напитки. Свои доводы депутаты сформулировали таким образом. Создаются надлежащие условия для проведения досуга. А в пояснительной записке указано, цитирую, «В связи с активным участием Татарстана в спортивных, культурных и других массовых мероприятиях страны и мира, а также включением Казани и других городов в сеть туристических маршрутов, которые привлекают в республику большое количество гостей, особенно в летний период».